И всем привет, ребята, меня зовут Маха Кривичева, и сегодня я снимаю свой влог. Мы сейчас выдвигаемся в первый город Самару, едем в наше самое первое. А как тебя трясет-то, мама? Это не меня трясет, это Йети подрезает меня. В общем, едем в турне, настроение супер хорошее, потому что мне кажется, что это будет вау, супер круто, потому что посетить 5 городов. 5 городов. Да я в курсе! 5 городов. Потому что посетить 5 городов за 5 дней, это что-то невообразимое. Слушайте, ребята, не в общем, буду доставать штатив из своего замечательного чемодана, а пока едем только на вокзал. Поезд всего лишь через час. Кстати, что интересно, я все время перед тем, как выехать, беру в галерее с собой горячий шоколад с малиной побольше сливок, и вот сейчас я не изменяю традиции, они здесь с Варей, Варя и Евгением. Что ж, друзья, нам ехать 31 час. Жизнь кайф. Друзья, вы зацениваете первые минуты нас в замечательном городе Самаре. Ну, наконец-то! И йоу, мы в Самаре, друзья, и в общем, пока что тут очень нравится, хоть мы тут минут 10. Смотрите, это вокзал, это вот здание вокзала, это вообще очень круто, и, собственно, вот мы приехали в первый город нашего турне. Какие планы на сейчас мы куда-то не туда пошла Россия. В общем, мы сейчас заселимся в гостиницу и пойдем смотреть ночную Самару. Программа «Ревизоры» рекомендует гостиницу «Стрелец» в городе Самара. Вот видите, спортик в Самаре, в принципе, очень приветствует. Очень развит. Очень развит. Ты изменилась, похудев, и даже выглядишь моложе. Ты стала мне еще дороже. Вот это чувство, вот этот драматизм, вот это игра. И уже через 10 минут начнется наше мероприятие «Бункер», про которое я вам, наверное, каждое видео напоминаю. В общем, круто, сняли вот такой вот крутой зал. Вот такой вот крутой зал. Вот. И не знаю вообще, почему кто-то называет Самару деревней, говорит то, что типа, да это ж Самара, блин, не нас, например, пишет то, что да Самара, да кто это Самара, это вообще какая-то деревня. Да нет, на самом деле все очень круто, правда, некоторые моды приходят спустя 2 года, но ничего страшного. Так что, друзья, буду вам показывать вообще, что сейчас будет проходить в эти ближайшие часы. Погнали! Женя, что ты скажешь по этому поводу? Спасибо всем, кто не пришел, вы делаете нас сильнее. Ответь, пожалуйста, на вопрос, как тебе игра, понравилась ли? Мне очень все понравилось, я долго ждала «Бункер» в Самаре, я была очень рада, когда узнала, что Маха и Женя, и в общем... Свен. Очень ждала «Бункер» в Самаре, и Женю, и Свен. По большим впечатлениям, и я очень надеюсь, что вы еще раз приедете, потому что игра интересная, правда, я вылетела в первом же туре, но я обязательно, в следующий раз, если вы приедете в Самару, обязательно приду, постараюсь выиграть. Бункер! Шикарно! В общем, прошла наша игра «Бункер», ради которой мы едем в турне. Сегодня первый день, мы уже немножечко устали, но настроение супер крутое. Спасибо всем огромное. Это, конечно, очень странно выглядит, что я так говорю. Спасибо всем, кто не пришел. Да, спасибо всем, кто не пришел. Просто, ребята, целую, смотрите влог, ставьте лайк. Смотрите влог, ставьте лайк. Ребята, давайте, ну как учили вот это вот репетивное. Спасибо! После этой прекрасной игры мы решили поиграть в кулинаров, потому что мы все-таки, ребят, такие. Эх, студенческая жизнь. Правда, я не знаю, как там у студентов, но мне кажется, что что-то похожее. Лучше ты или нет? Страны. Эй, брат, как тебе кальян? Нормально? В общем, Самара слишком крутая, чтобы описать это словами. Тут нужно просто побывать, чтобы понять, что это просто муа. Просто Самарцы... Гэнгста, я гэнгста теперь.
И это третий день нашего труне. И вот эта замечательная овсянка – произведение искусства от Марии Горячевой. Соня, что ты можешь сказать по поводу моей овсянки? Шикарно. Вот видите, все могу, умею, практикую. А день только начинается. Ладно, в общем, овсянка была вкусная, но вот проблема нарисовалась небольшая. И это вот чисто не моя беда и чисто не моя проблема, но вот так случилось. Без комментариев. Сейчас буду как ребеночек отчитывать. Ой, трусы не взяла, реально. Блин, вот отстой. Все, теперь взяла. Замечательная вообще любезная девушка сказала нам, что вообще не проблема, типа, забейте. Я такая, вы так любезны, типа, ну может это? Она такая, да не, забейте. В общем, гостиница «Стрелец» в Самаре рекомендована Марией Горячевой по адресу Старая Загорская, 37. Старая Загора, ну извините, пожалуйста. Что у мужика должно, подскажи? У мужика должно не зажиматься. А что не зажиматься? Пипирка. А зачем ты сейчас себе плавки покупаешь вообще? Да так. Ты не скажешь мне? Свен, как дела? Все хорошо? Свен, как твоя нога? Да нормально. В общем, даже не буду комментировать, что сейчас происходит. Давайте сыграем в такую игру. Я вот так вот закрою кран, и в следующий раз его открою, и там уже вы увидите все самое может, интересное. Может, сейчас зарядка сажается. Ай! Вот это тебя там либо не укусило. Крокодил. Давай, Свен, ты что, не мужик? Они вообще нет. Они на острове или там где это? Я бы прыгнул, только это мелко. Свен, пробегись, не ссы. Давай, Свен, ты что, не служил, что ли? Do it! Just do it! Я ног не чувствую. Да ладно, что ты выпендриваешься, как маленький? Свен, давай ты сломай. Ног не чувствует. Вот есть же они у тебя, мы их видим. Сейчас, я чуть-чуть ножку погоню, подожди. Короче, друзья, это было только начало моего влога, и впереди все города, просто садится фотоаппарат, и у нас скоро поезд, автобус, короче, в Казани, и следите за развитием событий, в общем, на... Всем спасибо, что посмотрели это, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, все вот это вот, а мы продолжаем!